В Ершово жарко, хотя термометры упорно показывают минус 15. На льду местные хоккеисты меряются силами со спортсменами из Одинцова. И те, и другие мечтали о встрече давно. В прошлом году скрестить клюшки не позволила погода. Счет 0-0 на табло продержался недолго. На первых минутах матча шайбу забили хоккеисты «Армады». Через считанные мгновения снова гол. Местные спортсмены от обороны перешли в атаку. Правда, безрезультатно. Первый период завершен 4-0 в пользу Одинцова. Команда Ершова еще, мне кажется, раскачивается. Для них в таком темпе играть, наверное, непривычно. И плюс мороз. Но я думаю, во втором периоде ребята покажут результат. И будут еще голы, красивая игра и настоящий хоккей. Не менее жарко было и на трибунах. Анатолий Лысенко, сам хоккеист, играет в ночной хоккейной лиге. Сегодня болеет за Ершова. Забили наши, молодцы, ура! Открыли счет ершовские спортсмены во втором периоде. Нападающий Дмитрий Сафонов забил сразу две шайбы. Помогли ребята, конечно. Сам я ничего без них не сделал. Ну и, соответственно, командная игра. Будем дальше играть, пока матч не закончился, и все. Не расслабились и хоккеисты «Армады». Разыгрывали комбинации, атаковали ворота соперника. Но к концу второго периода ершовцы почти сравняли счет. Сегодня в составе местной команды бывалые спортсмены. Среди них нет профессионалов. Тренируются на коробке зимой 2-3 раза в неделю, как позволяет работа. В классе преимущество присутствует. Игроки в основном все бывшие профессионалы в «Армаде». У нас в основном игроки все наши, дворовые. Поэтому в классе преимущество есть. Но за счет самоотдачи мы, конечно, пытаемся выровнять игру. Игра замечательная. Мне очень нравится команда Ершова. Но она проигрывает, к сожалению. Почему? Потому что с той стороны Иванов играет. Третий период окончательно расставил точки над «и». Еще одну шайбу в ворота «Армады» снова забил номер 77 Дмитрий Сафонов. Одинцовцы взяли себя в руки и снова начали забивать. Шестой гол на счету капитана команды Андрея Иванова. Немножко расслабились, наверное, но так хорошая обстановка, атмосфера. Повели, сразу забили быстрые голы и так удерживали преимущество. Я думаю, все остались довольны. Матч русской классики завершился со счетом 8-4 в пользу «Армады». Впрочем, удовольствие от игры в настоящий хоккей получили все участники ледовой баталии. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».